спонсор перевода Endgame. Перевод Декадансу. Текст читал Васька Куролесов. Релиз кино на все 100. Фильм Кевина Ричмонда. Последний закат. Возвращение. Если вы слышите это сообщение, не переключайтесь. Сигнал становится слабее, так что я буду краток. Сегодня 31 октября. Todos alrededor de mí son como salvajes comiendo carne humana. Es en todo el mundo. En este momento de desesperación, estoy despidiendo a Где твое оружие? Я выронила его. Заполни бак и садись в машину. Куда ты? Терпи давай. Как думаешь? Четверг? Пятница. Ага, похоже на то. Ты задумывалась о том, что могут быть и другие выжившие, как мы? В смысле, может, где-нибудь есть что-то или кто-то? Почему ты скучаешь больше всего? Не почему. А я скучаю. Знаешь, по разным мелочам. Я скучаю по Сэндалсу. Как он встречал меня, когда я приходила домой. И вилял хвостом. Так быстро. Все время бил себя им по бокам. Что делаешь? Еще не знаю. Просто резьба меня увлекает. Ты же понимаешь, о чем я. Давай убираться отсюда, Бриджит. Здесь жарко. Нам надо идти. Идти куда? Кентукки. Вашингтон. Канада. Да хоть на ебучий Марс.
Все города одинаковые, ты же знаешь. Здесь жарко. Здесь грязно и воняет. Здесь мы в безопасности, и мы останемся здесь, пока не придет время двигаться. Кто сказал? Я сказала. Ты здесь не босс. А эти бобы на вкус, как дерьмо. Это то, что есть. Это то, что есть, поняла? Я не служила в войсках, как ты. Но я не идиотка. Тогда перестань ждать того, что наступит лучший день. Он не наступит. Никогда. Знаешь, иногда кажется, что тебе вообще похуй. Иногда так и есть. Тогда ты тоже мертва. Просто еще не знаешь этого. Свет заката. Что? Золотой и багровый, расстилающийся по всему горизонту. Я скучаю по этому. Ты должна набираться сил. Пожалуйста. Тебе было интересно, почему мы не заразились вирусом? Сегодня ты дежуришь первой. Разбуди меня через 2 часа.
Куда это ты так торопишься? Я буду любить тебя безоговорочно, в радости и в печали, от рассвета до заката.
Кем? Уже пора? Когда достанем боеприпасы? Возможно, именно так она избегает тех трудностей, что давят на нас со всех сторон. Когда я ожидаю дождя, она ждет солнечной погоды. Из нас получается контрастная пара.
Идем, идем, идем. Поднимайся, давай, поднимайся. Давай, поднимайся. Блять, ну же, обопрись на меня. Поднимайся. Я не собиралась в тебя стрелять. Я целилась в Эда, а не в тебя. Я облажалась. Надо остановить кровотечение. Один. Кэти! Доброе утро! Все в порядке. Все в порядке. Я Лайна. Это Шила. Это Трейси. Криста. Диана. Это Энрике, Реджи и Курт. Извини за след после удара. Мне пришлось. Хочешь есть? Нет. Где мое оружие? Что ты будешь делать? Это ее. Нет, нет. Мы ее не знаем. Отъебись от меня. Да ладно, чувак, пусть валит. Ты уверен? Пожалуйста, останься. Одна ты там не справишься. Буду справляться столько, сколько получится. Скоро стемнеет. Можешь остаться с нами до утра. Ты так беспокоишься обо мне? Нет. Но если тебя там убьют, твой запах привлечет их. Пожалуйста. Вот. Если собралась идти, сейчас самое время. Но психологически тебе будет легче, если останешься с нами. Ты психиатр, что ли? Да. На самом деле, да. Стоять! Ты похожа на мою маму. Я тебе не мама.
Я сказала, что ты похожа на нее. Сейчас она наверху. Когда-нибудь я снова увижу ее. Мы будем летать в облаках вместе. Почему бы тебе не полететь в лагерь и перестать преследовать меня? Тупой ребенок. Я знаю, что ты такая, но какая я? Что ты несешь? Я ластик, а ты клей. Вот что. Где ты была? Мы держимся вместе, Шила. Никогда не уходи в одиночку. Никогда. Не кричи на нее. Черт. Чего вылупился? Найди дом или амбар какой. Ты как мишень. Оставайся поблизости. Ты можешь пригодиться. Мечтай дальше. Ты можешь помочь ей, а она тебе. Это меня не касается. Кэти. Где она? Это ты скажи. Ты говорила о ней во сне. Слушай, ты не должна идти туда одна. Куда бы ты ни направлялась. Кто знает, возможно, мы можем помочь тебе, когда ты туда попадешь. Кто вы, блядь, такие? Мы держим путь в более крупные города. Тебе повезло, что мы нашли тебя. Я уже давно променяла везение на пули. Но я буду идти, пока могу. Поняли? Прими это к сведению. Еще раз нападешь на меня, как ты это раньше сделал. И я сделаю то, что должна сделать. Дорогуша. Говорил же, она не так проста. Фитнес-центр.
Пора идти. Что происходит? Где она, блядь? Отвали. Кого ты, черт возьми, ищешь? Эй, я с тобой разговариваю. Одно касание природы может рассказать о всей дороге. Мы все возобновились, крещенные среди крови и пуль, роз и шипов, поцелуев и заболеваний. О чем она? Она сумасшедшая. Просто пизданутая. Брось нож. Брось нож. Я убью тебя нахуй. Брось нож. Ты совсем ненормальная? Опусти ружье, опусти ебаное ружье. Да что ты о себе возомнила? Твою мать! Пять лет после катастрофы. Никаких следов выживших. Даже в других районах. Помимо этого, я переживаю и за Ниту. Я переживаю за то, что она будет одна, если со мной что-нибудь случится. Это был Вегас? Нет, не он. Ты любишь соревнования? Я был рожден для состязаний. Интереснее всего соревноваться в стрельбе с Кристой. Она действительно хороший стрелок. Здесь нужны упорные тренировки. Мне пришлось тренироваться. Пошла на курсы стрельбы, потому что так было надо. Споем нашу походную? Да, давай. Мне надо пописать. Да, и мне тоже. Отойди туда.
Черт побери. Хули ты ждешь? Эй, Шила! Ты должна слушаться меня. А иначе будешь сама по себе. Покажи-ка мне твою ногу. Зачем? Просто хочу взглянуть. Что такое? Все в порядке? Да. Все хорошо. Не о чем беспокоиться. Царапина. Ну ладно. Мы справимся. Ты хорошая девочка.
Ты в порядке? Все нормально. Придут еще. За мной. Бриджит. Мы так давно никого не видели. Идем. Ну же. Пойдем разведаем, ладно? Ладно. Есть еще? Наши запасы ограничены. Вот. У меня есть крекеры. Спасибо. Я думала, все умерли. Кроме нас. Как долго ты там была? Не знаю. Перестала считать. Как ты выживала так долго? Били и убегали. Мы делали все, что было в наших силах. И нам везло. Пиздец, как везло. Мы? Кэти и я. Да ведь, Кэти? Нам пришлось нелегко. Она не сильно разговорчивая, но... Она часто жалуется и всегда составляет мне компанию, так что это она в данной конкретной ситуации такая. Где ваш лагерь? Где-то в 10 милях отсюда. В 10 милях. Значит, мы были рядом с вами. Слышишь, Кэти? Говорила же, что другие тоже есть. С вами есть кто-нибудь еще? Только мы вдвоем. На двое больше, чем мы предполагали. Как тебя зовут? Дидра. Я Нита. А это моя сестра Бриджит. Взбодрись, Кэти. Нормальный вкус. К тому же, можно отпраздновать. Не каждый день обнаружишь, что цивилизация не до конца разъебана. Нет, спасибо. Да ладно, Бриджит. Не каждый день обнаружишь, что цивилизация не до конца разъебана. Я клянусь верности флагу Соединенных Штатов Америки и республики, которую он символизирует, одной нации под Богом. Неделимой со свободой и справедливостью для всех. Очень хорошо. Thank you.
Раньше было так же. Я помню, как все было нормальным. Потом начался вирус. Люди паниковали. Наступил хаос. Повсюду начали объявлять карантин. Потом я проснулась, и мир изменился. Ты про это? Что ты делала после того, как мир изменился? Я была в армии. Медиком. Что забавно. Я спасала человеческие жизни, чтобы зарабатывать на жизнь. А сейчас я убиваю, чтобы выжить. Ты не права. Это ебаные дикари. И единственный способ разобраться с дикарями — убить нахуй все, что движется. Твоя сестренка в стельку пьяная. Наверное, спит, как на облаке. Знаешь? Знаешь же? Знаю о чем. Об облаках, ангелах, об этом рае на земле. Рае? Что важно, так это то, что у меня есть это. Это мое священное писание. Чем ближе к умиранию, тем ближе к жизни. Хотя и будучи окруженной смертью. Я никогда не была настолько живой. Это дар. Иди поспи. Увидимся завтра. Там есть одеяло. Немного, но сохранят тебя в тепле. Поспи, Кэти. Где Кэти, сука? Что? Я тебе глотку перережу. Где она? Нет, нет, говори. Я люблю тебя. Мы больше не говорили о ней после этой ночи. Я все думаю о том, что ты сказала. О местах, в которые можно отправиться. Аризона, Калифорния. Да. Думаю, даже если все остальное будет таким же, хоть пейзаж будет хорошим. Откладывание дел на потом – главный убийца жизни. Я где-то встречала это выражение. У меня для тебя кое-что есть. Ну? Сыграй мне что-нибудь. Красиво. Спасибо.
Да пожалуйста. Держись. Вот дерьмо. Нита. Уёбок! Бриджит! Все будет в порядке. Нет, Бриджит! Бриджит, успокойся. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я разберусь с этим. Все будет в порядке. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я приведу тебя в порядок. Я же всегда забочусь о тебе. Мне страшно. Оставь меня. Нет, оставь меня. Нет, ты должна. Я вылечу тебя. Пообещай. Можешь? Можешь включить кондиционер? Спасибо. Все будет в порядке. Нита, ты как всегда удивительна. Потерпи еще. Мы почти доехали. Я люблю тебя.
Извини. Извини. Извини, извини. Думаю, сегодня я увидела тот самый закат, Нита. Три, два, один. Мне приснилась эта схватка, и все было закончено. Но сны не всегда становятся реальностью. Нашла другую машину. Мне было не важно, какую именно. Главное, чтобы была другая. Поспала еще несколько часов, а после проснулась. Небытие.
Техника такая же, как и прежде. Оставаться в радиусе 3 миль, пока не кончатся ресурсы. Защищать территорию. Разведать ресурсы. Валить к чертовой матери. Ты была права, Нита. Кажется, я умираю, а я об этом даже не подозревала. Теперь я знаю, что необходимо.
Я хочу снова чувствовать мир и красоту жизни. Или на минуту. Или на секунду. И закат.
Ты тоже давай немного пониже. Падай осторожно. Да, аккуратнее. А ты упади вперед.